Добрый день. Меня зовут Ольга. Я мама 14-летней дочери Елизаветы. С Давидом мы знакомы почти 3 месяца. Он тут же откликнулся на мое письмо с просьбой о помощи. И мы начали общаться по скайпу. Всего у нас было 8 сеансов. И я хотела бы поделиться своими разными такими впечатлениями после этих сеансов общения. У дочери появился устный счет, но самое главное, у нее после каждого общения такой большой очень прилив энергии, улучшается настроение, она поет, танцует, то есть она такая энергичная. Появился устный счет, начинаются появляться новые слова в ее речи, у нее такая односложная речь. Задержка психоречевого развития, эхололия. Потом, помимо этого, у нее стало такое более осмысленное понимание речи и ответы на те вопросы, которые мы ей задаем. Ее заболевание непосредственно связано, основное заболевание связано с глазами, но она нас не видит. И в результате этого мы вынуждены каждый год ложиться в клинику на лечение, и лечение это проводится под наркозом. Меня это очень сильно как бы удручало, потому что все наши попытки в развитии ребенка, в становлении его речи, это 2 шага вперед, 3 шага назад. То есть откат наркоз дает очень сильный. Но вот в этот раз я очень сильно боялась ехать, давать опять наркоз ребенку, говорила об этом с Давидом. Но в этот раз прошло все просто великолепно. Ребенок вообще ни капельки не изменился после данного наркоза. То есть никакого отката не произошло. Она чувствует себя великолепно. Я этому безмерно рада. Вот мы надеемся на дальнейшее общение Давида, на его помощь. Уверены в том, что все будет хорошо. И о дальнейших каких-то новых продвижениях в нашем выздоровлении мы обязательно снимем еще видеоотчет и поделимся с вами. Всем пока!